Итак, всем привет, меня зовут Александр, вот мой дом, в пределах 150 квадратных метров. Снимаю его, чтобы могли понять, как отапливается он. Отапливается он котлом ООО «Градиент» крепыш 6. Буду немного приостанавливать съемочки, и все, переходим в дом. Итак, продолжаем. Зашли в дом, это первый этаж. На улице минус 9 градусов, дома первый этаж. Батарейки горячие, 20 градусов. Комната, санузел, кухня большая, везде батарейки. Первый этаж работает наполовину. Переходим на второй этаж. Второй этаж, у меня батареи отключены. Долго я настраивал котел и нашел я середину. То есть второй этаж я отключил полностью. Здесь тепло также 19 градусов. Одна комната, вторая комната, третья комната. Батареи отключены. Вот он, котел. Вот так вот система смонтирована. Как бы работает отлично. Температура 39 и 55. Настроен он 50 на 60. Работает он по подаче. Не по обратке, а по подаче у меня работает он. И то есть, когда дом нагревается, находит середину 42 градуса. И система полностью отключается. Вот сейчас запустился котел, и будет он набирать. Потому что окна были открыты, холод зашел в дом, и котел начал работать, то есть обогревать. Когда будет середина, все, он вообще отключится, все питание, и будет стоять и ждать, пока не станет прохладно. Ну, как бы на этом все. Заканчиваю. Дом первый этаж из бруса, второй этаж щитовой, деревянный дом выходит. Тепло, хорошо. Меня все устраивает. Всем спасибо, до свидания.